Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Scirocco 2012 года выпуска, 1.4 DSG, передний привод. Пробег на автомобиле 75 тысяч километров. Получилась вот такая вот неприятность на бампере. Куда-то наехал. Решетка осталась целая, а бампер и здесь раскололась. Сейчас пока временно сошью и будет работать. Поднимаю. Спереди тоже, что бампер сыграл, решетка вылетела. И сейчас от того, что здесь натянуто, его перекосило, он стоит неровно. Но вот, выдавив эту часть, встанет на место и сыграет здесь. Бампер, смотрю, тоже здесь раскололся. Менять все равно его пока не будем. Я его просто сошью в этом месте проволокой, обычной проволокой. Осталось подогреть его маленько, поставить на место. И здесь он практически сел. А здесь только вот сейчас, чтобы немножко его посадить ровно, беру фен изнутри грея. Одна верхняя защелка отломилась. Ну, в принципе, пока можно и без нее поставить, будет одна держать. Здесь вот они, защелки выскочили. Надо их ставить на место и защелкнуть. Туманка треснула корпус, не стекло, а корпус, поэтому туманку надо будет заказывать и менять. Здесь не видно, это дренаж, а вот снизу ее видно, что она треснула. Если посмотреть, вот он, корпус светится насквозь. Сейчас попробую. О. Поэтому ее менять надо, ее грязью закидает. Здесь снизу открутил саморез один. Посмотреть, защелка здесь целая. Поэтому нужно взять и на место защелкнуть бампер.
саморез на место прикручиваем. Здесь защелкнулось, но еще не на месте, потому что бампер еще натянут. Я снизу его подошью, и он здесь уйдет. Вот он. Поднимаю обратно. Беру фен. В принципе, низ бампера я уже поставил на место. Теперь мне надо бампер сшить. Сейчас сошью его, потом еще догрею. Паять не буду, ничего здесь делать не буду. Здесь самый низ бампера. Все равно со временем бампер под замену. Здесь я возьму, сейчас насверлю дырочек и проволокой его обошью. Беру 1,2 миллиметра сверло. Ну, начинаю, как медик. Вверху делаю петлю, проволоку продернул и делаю петельку. Через эту петельку потом продерну проволоку. Знаю, колхоз есть и более радикальные методы, но я сделаю так. О, через петлю протолкнул эту.
А теперь в обратную сторону. Продолжаю, потом покажу. Вот так вот у меня все получилось снизу. Бампер шил. Появилась у него жесткость в этом месте. Какое-то время походит. И еще посмотрел, можно обычный строительный степлер тоже использовать дополнительно. Ну, допустим, вот он степлер вот такой вот. Здесь стоят скобы 6 миллиметров. Беру ДСП, подкладываю, берем вот здесь вот по центру, вот так вот. О, пробивает и сшивает. Сверху только загинаем кончики. Ну, здесь я уже прошил, здесь я этого делать не буду. А вот подкрылок, пока нового нету, я сошью таким образом. Его тоже весь раскрошило он. Здесь все разошлось. Здесь разлетелся. Я его сейчас соберу временно, пока новый идет. На этом покатаемся. Также вот я одну здесь попробовал. Подставляю брусок. На улице не холодно, пластик мягкий. Ну а теперь сзади просто это подгибаю кончики. Продолжаю. Вот так вот выглядит сшитый строительным степлером подкрылок. Ну все, он не болтается. Я его сейчас только прикручу вот здесь клипсой. Кстати, здесь еще оторвался кусок бампера, поэтому бампер все равно менять. Но степлер сделал свое дело. Он сшил, собрал подкрылок. Подкрылок у нас до прихода нового отходит смело. Наживляю все саморезы, где они у нас должны стоять. Прикручиваю их. И ставлю переднюю решетку. На этой решеточке отломалась только одна клипса, я уже не показывал. Вот и все.
прикручиваю все саморезы. Все ровно, что эта сторона, что эта сторона. Бампер здесь на месте сидит. Здесь контур тоже все ровно. Подкрылок жестко стоит. Рамка упала. И снизу здесь тоже все стоит жестко. Все стоит на своих местах. Да, не новый. Но денег не потрачено. На этом все. Всего вам доброго.